Первую свою медаль я взял первый день соревнований. Это было упражнение на 50 метров, стрельба с пистолета, 60 зачетных выстрелов. После упражнения квалификации я попал в финал, зашел со вторым результатом и в финале достиг второе место. На следующий день я стрелял с пневматического пистолета, занял тоже второе место, но данные соревнования проводились без финала, потому после квалификации сразу было награждение, и я занял без финала серебряную медаль, вторую медаль на этих соревнованиях. Третья, где я взял медаль, это было на револьвере. Мы стреляли на открытом воздухе, то есть имеется в виду, что только над нами навес есть, а мишени уже стоят, и сам рубеж находится на открытой площади. Я занял второе место. Было, честно говоря, очень холодно, но и борьба, и конкуренция, мы шли очень плотно результатами, но в итоге я лишь проиграл олимпийскому чемпиону Александру Петреву, который стреляет за Львовскую область. При медали квалификации серебра для меня очень хороший результат.